Орангутаны – очень умные животные с когнитивными способностями, подобными человеческому ребенку, и считаются самыми умными после людей. Они легко поддаются дрессировке и с удовольствием повторяют за людьми совсем непростые действия. Орангутанг может научиться управлять автомобилем, неплохо орудует пилой для распиливания деревьев, может покормить других животных из бутылки. Некоторые из них пристращаются к табаку, могут также научиться понимать несколько десятков жестов и слов. Естественно, люди быстро поняли, как монетизировать их необыкновенные навыки, и все чаще используют их в индустрии развлечений.